Первые дни каникул 9 часов утра, но этим ученикам совсем не до отдыха. Следом за школьными буднями для них наступили трудовые. Бригада из 10 человек обустраивает территорию Центра детского творчества. Сегодня высаживают цветы. Деньги на лето нужны, хочу себе скейтборд купить, начать заниматься. Ну и вообще, в принципе, что это? Ну, родители говорят, что надо уже работать. Почему скейтборд? Это как твоя мечта, которую ты решил? Нет, я просто у многих увидел, вот почему-то мне тоже как-то захотелось, и вот это, знаете, как это, ну, появляется тоже, что хочется, как у всех. Первый рабочий опыт у этих школьников официальный, с обязательной записью в трудовую книжку. По закону, с 14 лет можно начинать деятельность. В этой бригаде и подобрались ребята именно такого возраста. И все они посещают кружки Центра детского творчества. Теперь вот преображают любимое учреждение. Я поняла, что 14 лет уже довольно-таки пора начинать какую-то трудовую деятельность, и чтобы ты имела уже свои карманные деньги. Ну а почему сюда? Потому что я сюда ходила на занятия, и знакомые мне педагоги, ребята, и мне здесь легко работать. Желающих поработать в ученической среде очень много, поэтому трудовые смены сделали двухнедельными. За это время школьникам в Центре детского творчества удастся заработать по 4300 рублей, плюс доплата из центра занятости. Рабочий день 4-часовой у 14-леток и 6-часовой для тех, кому исполнилось 16. Запланировано 2 смены, сейчас работает 10 детей, на следующую смену у нас запланировано 12 детей. То есть ребята официально трудоустроены через центр занятости, ежедневно с 9 до часу. Вот та работа, которая необходима, это благоустройство территории, вот сегодня, например, да, посадка цветов. Трудовые бригады в Уссурийске существуют уже много лет. Традиционно дети работают в школах, в Центре детского творчества, в ледовой арене и бассейне «Чайка». На этот сезон запланировано трудоустройство более 700 школьников. В местном бюджете на их заработок предусмотрено 4,5 миллиона рублей. Также каждый получит доплату от центра занятости. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.